это что-то масштабное, это какая-то зарисовка, это музыка отдыха, это жанровая сцена. Что это для тебя? Что ты играешь? Ты знаешь, что ты играешь в прелюдии, правильно? Ты знаешь, что ты играешь в Бетховене, правильно? Да. Ты знаешь, что ты играешь в Чайковском в концерте, что ты играешь в Рахманинове, в Чиконе. Даже в этом самом ты уже знаешь белым по белому. А здесь что ты играешь? Ну, здесь, во-первых, ну, отдых, ну и может какая-то сцена, не знаю. Ну, раздумья, ну вот. Вот раздумья. Раздумья может быть разного рода, понимаешь? Может быть... Ну, раздумья скорее с чем-то светлым. Правильно. Или нет? Ты понимаешь, ты ее играешь как, вот, знаешь, как Ленин, который сидит и думает над проблемами мирового пролетариата. Понимаешь, приблизительно, вот, у тебя не раздумье, а у тебя просто размышление глобального масштаба для меня. Понимаешь? А просто он рисует какие-то, вот он думает за все человечество, понимаешь? Мне кажется, это все намного проще. Может быть, я не прав, конечно. Но мне кажется, это действительно, тем более после будет апассионаты, это именно музыка отдыха. Это просто глоток свежего воздуха. Вот вышел на природу и просто вот хорошо. Просто вот человеку хорошо и все. Понимаешь? А у тебя вот это вот стоячество как-то стоит на месте все. Понимаешь? Причем стоит и по квадратам, и стоит в каком-то в темпе марша, понимаешь, ни туда, ни шаг налево, шаг направо, вот. Просто вот это мне не нравится, понимаешь, вот я тебя почему возьму, может быть, у тебя в голове это было, я бы просто это играл всю немножко. Хочешь медленно, играй ради Бога медленно. Начинается игра, и тебе там намного проще как-то. А вот я говорю, просто и естественно, непринужденно, ненавязчиво. Просто вот, ну, красивая мелодия. Ну, понимаешь, вот и купайся в этой красивой мелодии. Все. И не надо за все человечество здесь думать. Вот опять. Миредо. Вот.
опасность, ты настолько прикосновением было, не звучащим уже, вот оно и пропало. А в зале это вообще звучать не будет. Пошли.
мире доре. Та-та-та-ти, я та-та-тай, та-та-ти, та-та-тай, рам. Потому что вот вперед, и потом остановка. И потом опять вперед, вот это получается шаг вперед, два шага назад. А может быть стриженда, тогда уже. Сейчас хорошо, по-моему, я не знаю, вот так вот, как я. Ты что, все равно, что ли? Не, почему? По-моему, так лучше как-то, оно будет лучше. Так, дальше где? И тут-то есть, нет? Да. Вот они. Вот теперь надо подумать, в каком порядке их играть. Вот я думаю, тоже так, да. Я вот так тоже думаю, что может быть так и играть. Шопен, потом Лист, Шопен и Рахманинов. Давай. Ну давай. Все, нет, не нужно. Да может быть даже Шопен давайте одного поиграем. Ну, если хочешь, на первую, буквально на две ноты, просто для прикосновения. Нет, ты просто кидаешься все равно. Еще лучше, еще лучше. Седо теряется первая нота. Вот, стоп. Вот так еще. Слушай, а вот так наверное, вот просто вот так показывает. Вот каким-то... Ты понимаешь, это психологически. Нет, это люди, которые будут на тебя смотреть, вот они смотрят, а потом ощущение, что тебе, знаешь, кнопку нажали, тупля, тык, и он начал играть. Ну, без дыхания, это не бездыханное, это не живое. Короче говоря, что-то надо сделать, заниматься дома, чтобы это было что-то... Поставил. Может быть, вот на возвратном движении руки, вот смотри, вот так, а потом как-нибудь прокатить ее по клавишам. Вот. Не, не надо, не надо никакой знакомки. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Все в меру. Нет, получается, ты играешь.
хочу уйти. И ушел. И звучит. Типа как вот... То есть не Ганон, а Шопен. И второй раз точно так же, только тише. Не нужно здесь вот это вот, как в блуждающих огнях, понимаешь, искры эти засыпать, не надо. Мягче, мягче, это белка. Белка, как мне на сетке говорил, правда, не про этот этюд, но немножко про другой, но это похоже. Белка по елке, по сосне, и снег, она невесомая, и невесомый снег из-под нее падает. Вот что должно быть, понимаешь? А у тебя это искра из-под копыт летит. Зачем так сухо? Тут же он пишет педаль, правильно же это. А вот здесь-то зачем? Чего? Ну, потому что грузновато немножко. Грузновато где? Где? Ну, по звуку, особенно второй. Грузновато что? У тебя получается? Без педали грузновато? Нет, с педали. Сделай так, чтобы не было грузновато, пускай бы. Зачем? Я же педаль тебе говорю не для звука, а я педаль говорю, во-первых, хочу, чтобы бас оставить на ней. Вот этот бас. И так же вот этот бас. Левую руку. Нет, педалька. Значит, педаль мне нужна, еще раз я тебе говорю, ты, может, меня неправильно понимаешь. Нет, только лишь для баса, больше нам не нужна. Вот это, дальше можешь играть как хочешь. Хочешь, педалька, ради бога, вот. Еще совет тоже. И просто я тебе советую. Ты после этого будешь играть этюд Листа. А, перед этим играл этюд Листа. Понимаешь, ты уже показал. Да ты уже показал в Бетховене свои пальцы, понимаешь? Поэтому здесь не выпячивай мастерство владения терциями, вот эту вот технику, на первый план. В любом случае, это. Ну это образ какой-то, это что-то. А ты мне тут же бицепсами играешь, смотрите, какой я, понимаешь? Ну пистолет взяли, ткнули, и все, и нету тебя. Понимаешь? Я тебе достал, но я не скажу сразу. Он ставит лигу на этих терциях, понимаешь? А ты играешь без лиги, без лиги маркотиссимо. Первый. Вот я почему и думаю, может быть, хочется вот здесь, вот, пожалуйста, ну дальше уберись, может быть, уберись с тем, чтобы опять подойти в начало. Надо играть два раза по разу.
по-разному. Тогда, наверное, может быть, второй раз чуть больше, чуть более экспрессивно. Или зайди, или подожди, мне все равно. Хорошо. Может быть, чуть более как-то экспрессивно играть второй раз, потому что ты играешь первый и второй одинаково, понимаешь, это неинтересно. Давай еще раз от тех же самых терций, давай. По педали, что вот этот соль диез я хочу каким-то образом его, или ну не пальцами же придерживать, наверное, все-таки. Да, не, да, не, да, не, не нравится мне это, подождите, ты бросаешь, а я хочу все разы. Без баса нету мелодии. Нету мелодии без баса. Она лысая. Чуть-чуть, у тебя много меньше получилось, потому что здесь ты даешь жару так, понимаешь, в чем дело, а здесь ты его вообще почти не дал. Дать, но все-таки. Нет, вот первый раз лучше было. Здесь больше рожь, не бойся. Черни или в этюдах черни, а здесь это другое. Здесь совсем другое. Здесь это вот из этого. Но никак не стаккато или это совершенно другая музыка. А здесь не прозвучало первое. Чтобы оно просто вот, не знаю, летало. Ну, представь себе, зимой по земле вот эта подъемка такая. Ладно.